Жаренков Александр Константинович, 47-го года. Провести ночь в родном подъезде Александру Константиновичу удается только если кто-то из соседей откроет ему дверь парадной. Свои ключи он давно потерял. В это сложно поверить, но сам он говорит, что почти 2 года назад его выгнала из квартиры его же семья. Такая семья, и отец у нее тоже так же вот на улице. Супруги ваши? Да. Кроме жены, у пенсионера имеется и взрослая дочь, а также внуки. Ни с кем из них он давно уже не виделся. Причин, по которым все это произошло, пожилой мужчина уже и не помнит. Говорит, что в один из дней просто поссорился с женой. Боится, как бы я это самое не начал буянить. А мне это к чему? Я никогда не буянил. Не пьете, да, так понимаю? Нет. Боже упаси. Самое интересное, что супруга пенсионера, с его же слов, проживает у дочери. А двери этой пустующей квартиры надежно охраняет сигнализация. Вы прописаны в этой квартире. По суду вы отсюда не выписаны. Нет. Все еще прописаны здесь. Прописаны здесь. А почему же вы свои права не защищаете? Почему не идете по инстанциям? Все было. Ходил и... бесполезно. Пожалуй, самое неприятное, что не так давно Александр Константинович потерял паспорт и теперь не может получить положенную ему пенсию. Пока его подкармливают соседи, но что будет дальше, неизвестно. Искандер Толбаев, Сергей Ткаленко, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.